Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом видео я покажу очень маленький бесплатный плагин, не имеющий настроек, который добавляет небольшую функцию галереи стрелочки для тех, кто использует встроенный Gutenberg WordPress. Вот смотрите, сейчас WordPress на момент записи видео, последняя актуальная версия 6.5.2. Если мы загрузим изображение через Gutenberg в статью, вот я закинул два изображения, если я кликаю по ним, они у нас в лайтбоксе красиво открываются, крестик закрыть, но у нас нету стрелок, чтобы можно было сразу их листать, не закрывая, то есть если у нас есть потребность ставить прям галерею. Для этого мы с вами устанавливаем маленький плагин, вот его название, а вот страница плагина, все ссылки, соответственно, я оставлю на своем сайте. Ссылка будет на мой сайт в описании под видео. Итак, он делает простую вещь. Смотрите, мы просто активируем данный плагин. В настройках мы видим, что нету ничего, никаких настроек. Он работает из коробки. Далее мы переходим в статью. Допустим, вот здесь хочу вставить галерею. Нажимаю по плюсу. Пишем там по-русски прям галерея. Вот встроенную галерею мы находим. И либо загружаем изображение с компьютера, как вам удобно, либо если у вас в библиотеке изображения уже загружены. Вот я возьму буквально там три изображения. Вставить. И как теперь проверить работу плагина? Да? Переходим, нажимаем вот сюда, нажимаем на саму галерею, чтобы она у нас справа появилась, ее настройки. И у нас вот здесь вот мы ссылка выбираем медиафайл. И нажимаем обновить. Идем на сайт, обновляем сайт с этой статьей, нажимаем, и у нас, видите, появляются такие вот стрелочки. Удобно теперь листать изображение, то есть галерея в открытом виде. Очень-очень удобно. Урок получился небольшой, но, надеюсь, полезный. На этом я его заканчиваю. Я с вами не прощаюсь, и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить, никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight.
Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Thank you.